Я, господине, высокопреосвященнейшем архиепископе Александре, я, господине, преосвященнейшем епископе Вениамине, я, господине, преосвященнейшем епископе Иннокентии, я, господине, преосвященнейшем епископе Петре, я, господине, преосвященнейшем епископе Саввате, и с ним пресвитерстве во Христе диаконстве, во всем причте и людях, Господу помолимся. Господи, помилуй. О Богом хранимей, державе нашей российской, властех воинстве и народе ея, Господу помолимся. Господи, помилуй. О граде всем, всяком граде стране и верою живущих в них, Господу помолимся. Господи, помилуй. О благо растворении воздухово изобилие плодов земных и временях мирных, Господу помолимся. Господи, помилуй. Плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных, и о спасении их, Господу помолимся. Господи, помилуй. Поизбавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Господи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. И святую, пречистую, преблагословенную, славную, Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, весь живот наш Христу Богу и дадим. Господи! Богу давай Тебе всякое слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аллилуйя, аллилуйя.
веки, паки, миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Сердце Господи! Это Твоя держава, и Твое и царство, и сила, и слава Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки Аминь. Глас третий, Господи, возьми к Тебе, услыши меня. Господи, возьми к Тебе, услыши меня. Yeah,
шесте, хвалите Господа все языце. Хвалите Господа все все упование на Бога возложившее, светится в себе страстности, Бога святые и страдания, все земли расчистые и сеса, вы помолящиеся в мучителе,
прости. Шесты, Господь воцарися, в лепоту облечися. Господь воцарися, в лепоту облечися. Облечися, Господь, в силу и препоёса сё. Подвижиться. Господи, соврепо, подвижиться. Бо Твоему подобает святыня, Господи, в долготу дни. Господи, соврепо, Господи, воцарися. Премудрости Соломоновы чтение. Он мем. Праведных души в руце Божией, и не прикоснется их мука, ни пщева, ни бышева, чи сех безумных умрети, и вменися озлобление исход их, и еже от нас шествие сокрушения, а ниже суть в мире, ибо пред лицем человеческим ащие муку приимут, упование их бессмертия исполнено, и в мале наказание бывше, великими облагодетельствова не будут, яко Бог искуси я, и обрети их достойны себе, яко злато в горниле искуси их, и яко всеплодие жертвенное прият я, и во время посещения их воссияют, и яко искры по стеблею потекут, судят язык им, обладают людьми, и воцарится Господь в них вовеки, надеющиеся на ню разумеют истину, и верные в любви прибудут Ему, яко благодать и милость в преподобных Его, и посещение во избранных Его. Премудрость. Царств третьих чтение. Он мем. Стал Соломон пред лицем алтаря Господня, пред всем собором Израилевым, и воздвиже руцы свои на небо и рече: «Господи Боже Израилев, несть яко же Ты,
Бог на небеси горе и на земле низу, храняй завет и милость рабу Твоему, ходящему пред Тобою всем сердцем своим. Я же сохранил еси рабу Твоему Давиду, отцу моему, ибо глаголол еси усты Твоими, рукам Твоим совершил еси, як уже день еси, и ныне, Господи Боже Израилев, сохрани рабу Твоему Давиду, отцу моему, я же рекл еси ему глаголя, не оскудеет муж от лица моего, сидя на престоле Израилеве, токма аще сохранят чада Твоя пути своя, еже ходите предо мною, як уже ходил еси предо мною, и услышишь и молитву раба Твоего и людей Твоих Израиля, о них же помолятся на месте сем, и Ты услышишь и на месте обиталища Твоего на небеси, и сотворишь и помилуешь им. Елика аще согрешит киждака искреннему своему, и аще примет на него клятву, еже кляти его, и приидет, и исповесть пред лицем алтаря Твоего в храме сем, и Ты услышишь и от небесей, и сотворишь и суд людям Твоим Израилю, осудите беззаконного, дайте путь его на главу его, и оправдите праведного, дайте ему по правде его, егда падут люди Твои, Израиль, пред враги, яко согрешат Ти, и обратятся к Тебе, и исповедятся имени Твоему, и помолятся, и воздоволят молитву к Тебе в храме сем, и Ты услышишь из небеси и милостив будешь и о согрешениях людей своих Израиля, и возвратишь я в землю, и ждал еси отцем их, яко согрешат те, яко не человек, и же не согрешит, и разгневаешься на ня, и предаси я пред враги, и попенят их принящие в землю, далече или близ, и обратят сердца своя в земли, а мужи приселившися, и обратятся, и помолятся тебе в земле приселения своего, глаголющее, согрешихом, беззаконовахом, неправдовахом, и обратятся к тебе всем сердцем своим, и всею душею своей в земле враг своих, а мужи привел еси их, и помолятся к тебе по пути земли своей я, и уже дал еси отцем их, и ко граду его же избрал еси, и ко храму, его же создах имени твоему, и услышишь от небеси, от готового жилища Твоего, молитву их и моление их, и сотворишь оправдание им. Да будет Господь Бог наш с нами, як уже бесы отцы нашими, да не оставит нас, ниже да отвратит нас, преклоните сердца наши к Нему, еже ходите во всех путях Его, и храните все заповеди Его, и повеления Его, и оправдание Его. Я же заповеду отцам нашим, и рече к Нему Господь, услыша глас молитвы Твоей я и моления Твоего, им же молился еси предо мною, сотвори их не по всей молитве Твоей, и освяти храм сей, его же создал еси, еже положите имя мое там во веки, и будут очи мои Твои, сердце мое во все дни, и Ты аще пойдешь и предо мною, як уже ходи, Давид, отец Твой, в преподобии сердца и правоте, и еже творите по всем, я же заповедах. Ему и повеление мое, и заповеди мое сохраниши, и восставлю престол царствия Твоего в Израиле вовеки, як уже глаголал Давиду отцу Твоему глаголя, не оскудейте муж властелин во Израиле. Премудрость. Пророчество Исаия на чтение. Вон мем. Дух Господень на мне, яко же ради помазамя, благовестите нищим посламя, исцелите сокрушенное сердцем, проповедайте пленникам отпущение и слепым прозрение, нарече лето Господне приятное и день воздаяния, утешився плачущее, дайте плачущим Сиона славу вместо пепела, помазание веселья плачущим, украшение славы вместо духа уныния. И нарекутся родови правды насаждения Господня во славу, да возрадуется душа моя Господи, облечи во мне в ризу спасения, одежде веселья одеемя, яко на жениха возложи на мя венец, и яко невесту украси мя красотою, и яко земля растаявшая цвет свой, и яко виртоград семена своя призибает, так и возрастит Господь правду веселье пред всеми языки. Сиона ради не умолчу, Иерусалима ради не попущу. Донди же изыдит, яко свет, правда моя, и спасение мое, яко светило ржется, и узрит языцы правды Твоей, царь и славу Твою, и прозовут Тебя именем новым, им же Господь наминует Е, и будешь и венец доброты в руце Господни, и диадима царствия в руце Бога Твоего, и не прозовешься к тому оставлен, и земля Твоя к тому не наречется пуста, Тебе вопрозовется воля моя, и земля Твоя вселенная, яко благоволи Господь в Тебе, и земля Твоя вкупе населится, и яко же живя юноша с девою, так и поживут сынови Твои с Тобою, и будет яко же радуется жених о невесте, так и возрадуется Господь о Тебе. Рцем сия души, от сего помышления нашего рцем. Господи, Держителю Божий Отец наших, молимтесь и услыши, помилуй. Господи, помилуй.
Троице, милости Твоей, молим Тесе, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, еще молимся о великом Господине Отце нашем, святейшем патриархе Кирилле, и о Господине Высокопреосвященнейшем митрополите Викентии, и о Господине нашем Высокопреосвященнейшем митрополите Кирилле, и о преосвященных митрополитех, архиепископех и епископех, и о всей во Христе братии нашей. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся об охраниме державе нашей, властях и воинстве, и народе ее, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Еще молимся о блаженных и преснопамятных создателях святого храма сего, и о всех прежде почивших отцах и братьях, где лежащих, и повсюду православных. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Еще молимся о милости жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении и оставление грехов рабов Божиих, братья и святаго храма сего. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о плодоносящих и добродеющих во святим и всечестным храме сим, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебе великие и богатые милости. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Человеколюбив Бог, еси Тебе слово вославим, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во Господи, научи мя оправданием Твоим, благословенности Владыка, вразуми мя оправданием Твоим, благословенности святый, просвети мя оправданием Твоим. Тебе подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно. Исполним вечернюю молитву нашу, Господи, Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Вечера всего совершенно, свято, мирно и безгрешно у Господа просим. Ангела мирно, верно, наставника, хранителя души и телес наших у Господа просим. Отдай, Господи!
прощения и оставления грехов и прегрешений наших у Господа просим. Добрых и полезных душам нашим и мира мирови у Господа просим. Прочее время живота нашего в мире и покаяние скончать и у Господа просим. Христианские кончины живота нашего бесполезны, непостыдны, мирны и доброго ответа на страшном судище Христове просим. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и преснодеву Марию со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга весь живот наш Христу Богу предадим. Бог, еси, тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Мир всем. И добрый Твоему. Главы наша, Господи, ве преклони. Твоего благословенно и препрославлено Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Достояние Твое, засети мир Твой милости и щедротами, возвыси рог христиан православных и не спасли наны, милости Твоя богатая, молитвами всепречистая Владычица нашей Богородицы и Преснодевы Марии, силою честного и животворящего Христа, предстательствы честных небесных сил бесплотных, честного славного пророка Предтечи и Христителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостол, и живосвятых отец наших, и вселенских великих учителей и святителей, Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоустого, и живосвятых
отца нашего Николая, архиепископа Мир Лихийских, чудотворца, святых равноапостольных, Мефодия Кирилла Учителей Славянских, святых равноапостольных, великого князя Владимира и великие княгини русские Ольги, и живо святых отец наших, святителя Михаила Первого, митрополита Киевского, первосвятителя московских и всея Руси, Петра, Алексия, Иона, Макария, Филиппа, Дева, Ермогена и Тихона, митрополитов московских, Филарета, Иннокентия и Макария, святителя Иоанна, митрополита Тобольского, святителей Стефана Герасима, Петерима, Иона, епископа Великопермских, святых славных и добропобедных мучеников, святые великомученицы Екатерины, святых преподобномучениц, великие княгини Елисаветы, инокини Варвары, священномучеников Владимира, митрополита Киевского, Вениамина, митрополита Петроградского, Петра, митрополита Крутецкого, Илариона, архиепископа Верейского, Аркадия, епископа Екатеринбургского, священномучеников Екатеринбургских, Александра, Алексея, Льва, Константина, Петра, Алексея, Вячеслава, преподобномучеников Верхотурских, Аполлинария, Кинфа и Калиста, и всех новомучеников и исповедников Церкви Русские, преподобных и богоносных отец наших, Антония, Феодосия и прочих чудотворцев Печерских, Сергия и Никона, игуменов Радонежских, Серафима Саровского, Кирилла Белоезерского, Ева игумена Почаевского, Арефа архимандрита Верхотурского, Долмата и Сецкого, Иоанна Исповедника Илии Верхотурских, Василиска Сибирского, преподобных отец старцев Оптинских, святых праведных, Иоанна Кронштадтского и Алексея Московского, святого праведного Симеона Верхотурского чудотворца, святых блаженных, Иоанна и Косьмы Верхотурских, и всех святых землеуральских просиявших, святых блаженных, Ксении Петербургские и Матроны Московские, святых и праведных, Бога Отец Иоакима и Анны, святителя Андрея, архиепископа Критского и Иерусалимского, преподобные Марфы, матери Симеона Дивногорца, благоверного великого князя Андрея Боголюбского, преподобного Епимия Суздальского чудотворца, преподобного Андрея Рублева иконописца, священного ученика Дмитрия Пресвитера, ученика Феодоты и Феодотии, священного ученика Федора, епископа Киринейского, и святых царственных страстотерпцев, царя Николая, царицы Александры, царевича Алексия, великих княжен Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии. Их же и память ныне совершаем. Святого страстотерпца, праведного Евгения Врача, и всех святых молимся, много милостиве Господи, услыши нас грешных, молящихся Тебе, и помилуй нас. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Господине, и Отце нашим святейшим патриархе Кирилле, и о Господине, преосвященнейшем епископе Петре, и о всем во Христе братстве нашем, и о всякой души христианстве, скорбящей же и озлобленней, милости Божия и помощи требующей, о покровении града сего и живущих в нем, о мире и состоянии всего мира, о благостоянии святых Божиих церквей, о спасении и помощи с отчанием и страхом Божиим труждающихся и служащих отец и братьев наших, о оставшихся и в отшествии сущих, о исцелении в немощах лежащих, о спении, о слабе блаженней памяти и оставлении грехов всех прежде отшедших отец и братьев наших, зде лежащих и повсюду православных, о избавлении плененных и о братьях наших во службах сущих, и о всех служащих и служивших во святом храме всем сохранитеся граду сему и святому храму сему и всякому граду и стране от глада губительства труса потопа огня меча нашествий наплеменников и междоусобные брани о еже милостиву и благоветливу быть и благому и человеколюбивому Богу нашему отвратите всякий гнев на недвижимый, избавите ны от належащего и праведного своего прещения, и помилуйте ны. Молимся, и о еже услышите Господу Богу глас,
моления нас грешных и помиловати нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Услышанный Боже, Спасителю наш, упование все концы в земли сущих море далече, и милости, милости буди, Владыко, грехах наших и помилуй. Милости Бой, человеколюбец Бог, еси, тебе слава воссылаем, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Мир всем. Господи, сегодня Владыко, много милостиве, Господи Иисусе Христе Боже наш, молитвами все пречистые Владычице нашей Богородице и Преснодевы Марии, силою чеснаго животворящего креста, предстачество честных небесных сил бесплотных, честного славного пророка, предтечи и крестителя Иоанна, святых славных сихвальных апостол, святых славных и добропобедных мучеников, преподобных и богоносных отец наших, ижего святых отец наших, и вселенских великих учителей, святителей, Василия и Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоустого, ижего святых отца нашего Николая, архиепископа Мирликийских, чудотворца, святых равноапостольных Мефодий, Кирилла, учителей славянских, святого равноапостольного великого князя Владимира, святые равноапостольно великие княгини российские Ольги, ижего святых отец наших всей России чудотворцев, Михаила, Петра, Алексея, Ионы, Филиппа, Ермогена, Иннокентия, Макария, Димитрия, Митрофана, Тихона, Феодосия, Асафа, Петерима, Иоанна, Иннокентия, Сафрония, святых славных и добропобедных мучеников, святого славного великомученика, победоносца и чудотворца Георгия, святого великомученика, целителя Пантелеимона, святые великомученицы Варвары, святые благоверных российских князей и страстотерцев Бориса, Глеба и Игоря, святых новомучеников, исповедников российских, священномучеников Владимира митрополита Киевского, Вениамина митрополита Петроградского, Петра митрополита Крутицкого, Серафима митрополита Петроградского, Кирилла митрополита Казанского, Агафангела митрополита Ярославского, Илариона архиепископа Верейского, Андроника архиепископа Пермского, Гермогена архиепископа Тогольского, Сильвестра архиепископа Омского, Игнатия епископа Беляевского, Афанасия епископа Ковровского, Аркадия епископа Екатеринбургского, священномучеников екатеринбургских Александра Льва, Константина Алексея, Вячеслава, Петра и Алексия, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия и прочих чудотворцев Печерских, преподобных и богоносных отец наших Сергия Игумена Радонежского чудотворца, Серафима Саровского чудотворца, Ива Игумена Почаевского чудотворца, преподобного мученика Веркатурских Аполлинария и Акинфа Калиста, Петра Пресвитера Великодворского, святые благоверные, великие княгини Елизаветы, инокини Варвары, святителя Тихона, патриарха всероссийского и всех новомучеников, исповедников церкви русские, преподобных отец наших Арефа, архимандрита Верхотурского,
Далмаца Исетского, Иоанна Исповедника Верхотурского, Ильи Верхотурского, святых блаженных Иоанна Косьмы Верхотурский, преподобного Василиска Сибирского, святого праведного Семена Верхотурского Чудотворца и всех земли в земли российских просиявших, святителя Андрея Архиепископа Критского, преподобной Марфы Матери Семена Дивногорца, преподобного Андрея Рыблева, иконописа Страстотерцев, царя Николая, царица Александры, царевича Алексея, великих княжен, Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии. Их же есть день, их же и память совершаем. Благоверных великого князя Андрея Боголюбского, преподобной Ефимии Суздальского, чудотворца, мученика Феодота Феодотии, священномученика Феодора епископа Киринейского, священномученика Савы епископа Горно-Карловацкого, святых праведных Богоотец, Иоакима и Анны, всех святых Твоих, благоприятно сотвори молитву нашу, дару нам оставление при грешении наших, покры нас кровом крылу Твоею, отжени от нас всякого врага и супостата, умири нашу жизнь, Господи, помилуй нас и мир Твой, и спаси души наша, яко благ и человека любим. Глас третий страсти Твоей, Христе. Страсти Твоей, Христе, омажи и солнце, и света Твоего воскресения, просвети высочество, прими наше вечернее пищеловета ночи. Господь воцарися, слава Тебе! Ибо утверди вселенную, я же небо движется, Бог и неизбеден, плоть и стража единица и сил, Его же твари терпящие тысячи звезды, страх преклоняшися, и сияще поет твое долготерпение, сошедше в отрене воскрес Иси, жизнь дарья и Евангелию милость. Кому Твоему подобает святыня, Господи? Благотворный, народ ваш от святых Христе избавивший, смерть претерпел Иси, и три дня воскрес, собой воскресил Иси, и житя Бога познавши, и мир просветил Иси, Господи, слава Тебе! Слава глас восьмой! Слава воскресил! Церковь проповедует, слава
ныне глас Твой же. Святи Боже, святи крепкий, святи бессмертный, помилуй нас. Святи Боже, святи крепкий, святи бессмертный, помилуй нас. Святи Боже, святи крепкий, святи бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресна и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, владыка, прости беззакония наши. Святи, посети, исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресна и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесах, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днис, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас в искушение,
но избави нас от лукавого. Яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Помолимся. Господи Иисусе Христе Боже наш, благословивый пять хлебов, пять тысяч насытивый, сам благослови хлеба сия, пшеницу, вино и лей, умножи сие во храме сем, граде сем и во всем мире Твоем, и вкушающих верное освети. Яко Ты, си благословляя, освящая всяческое Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем со безначальным Твоим Отцем, Пресвятым, благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Господа со мною, и вознесение я на море, взыска Господа и услыша меня, и освяти меня, и избави меня. Приступи к нему и просветитесь, и лица ваши не постыдятся, все нищего свои Господа слышали, и освяти меня, Господь, сели. Ангел Господи, руки твоя, житя Его избавит ты. Посети великого благ, Господь, блажен Божий, что уповает нам. Молитесь, Господи, святые,
сердце его, Бога терпи чаши золкаша, взыскающий же Господа, не лишаться всякого блага. Благословение Господне на вас, того благодати человека любим всегда, ныне присно и во веки веков. Господи, что се умножишь остужающими, мнози восстает на мя, мнози глаголят души мои, не спасением у Бозе Его. Ты же, Господи, заступник мой, и се слава моя, и возносяй главу мою. Гласом моим ко Господу возвах и услыша мя от горы святые своя, аз уснух и спах во стах, и ко Господь заступит мя. Не убоюсь я тем людей, окрестно падающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко Ты поразилась и вся враждующими в суе. Зубы грешников сокрушилась и, Господне, и спасение на людях Твоих, благословение Твое. Аз уснух и спах вас, так как Господь заступит мя. Господи, да не яростью Твоей обличишь и меня, ниже гневом Твоим накажешь и меня. Яко стрелы Твоя умзоша во мне утвердилась и на мне руку Твою. Несть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего. Несть мира в костях моих от лица грех моих. Яко беззаконие моя превзадоша главу мою, яко бремя тяжко тяготеши на мне. Восмердеши согниши раны мои от лица безумия моего. Пострадах и слякохся до конца весь день сетуя хождах. Яко лятве моя наполнишеся поругание, несть исцеление в плоти моей. Озлоблен бых и смирихся до зела рыках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобой все желания мои, воздыхание мое от Тебе не утаися. Сердце мое смятясь остави, сила моя, свет очью моей, той не со мною. Друзья мои искренне мои, прям мне приближишься и сташа. И ближняя моя далече меня сташа, нуждах усущущие душу мою. Ищущие злая мне глаголах усует, на льстивну весь день поучахуся. Аз же, как глух не слышах, яко нем не отверзаю у своих. Ибо их, яко человек не слыша, и не моего стех своих обличения. Яко на тебя, Господи, повах ты услышишь, и Господи, Боже мой. Яко рек, да никогда порадует меся врази мои, никогда подвижайтесь ногам моим, на мя вели речи ваша. Яко азна раны готовы болезнь моя, предо мной есть выну. Яко беззаконие моя зна, возвещу и попекусь о гресе моем. Врази же мои живут, укрепишися паче мне, и умножишься ненавидящими меня без правды. Воздающие мне зла, я возблагаю о болгах, у меня за негонях благостыню. Не остави мне, Господи, Боже мой, не отступи от меня. Вонми в помощь мою, Господи, спасение моего. Не остави мне, Господи, Боже мой, не отступи от меня. Вонми в помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю. Вожида Тебе душа моя, коль множится у Тебе плоть моя в земле поистине проходнее, безводнее. Так и во свете мне вихся Тебе видите силу Твою, славу Твою. Яко лучше милость Твоя, паче животу сне моей похвалите Тя. Так обласлаю Тя в животе моем, имени Твоим воздержу руцы мои. Яко тука и масти да исполнится душа моя, усна моя радости восхвалят Тя уста моя. Аще поминах Тя на постели моей, на утренних поучахся в Тя. Яко былоси помощник мой, в крови крылу Твоей возрадуйся. Прельпе душа моя по Тебе, мне же прия десница Твоя. Те же в суе скаша душу мою внедут в преисподнюю земли. Предадятся в руки оружие, части лисовым будут.
Царь же возвеселится о Бозе, похвалится все клянися им, яко заградишися уста глаголющих неправедная, на утренних поучахся в тя, яко былоси помощник мой, в крови крыло твое возрадуйся, прельпе душа моя по тебе, мне же прият десница твоя, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно веки веков, аминь. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Господи Боже, спасение моего, во дни возвах и в нощи пред тобою. Да внидет пред тебя молитву моя, преклони ухо твое к молению моему. Яко исполнися зол душа моя, живот мой аду приближися. Применен бых с нисходящими в ров, бых, яко человек без помощи, в мертвых свободь. Яко язви не спящий во гробе, их же не помянулся к тому, тии от руки твоей отреновений выше. Положишь имя в крови преисподнем, в темных и сене смертней. На мне утвердися ярость твоя, вся волны твоя навелась и на мя. Удалилась из знаемых моих от меня, положишь омер за себе, предан бых и нисхождах. Очи мои из нема гости от нищеты, возвах тебе, Господи, весь день. Воздех тебе, руцы мои, и да мертвыми творишь чудеса, или врач ее воскресят и исповедятся тебе, и да повесь, кто во гробе, милость твою, истину твою в погибели, и да познана будут во тьме чудеса твоя, и правда твоя земли забвенней. Яс тебе, Господи, возвах, и утро молитва моя предварит тебя, скую, Господи, отреешь и душу мою, отрешаешь и лице твое от меня. Нищесь, мазы в труде, хоть юности моя, вознежися, смирихся, изнемогох. На мне придошь о гневе твои, устрашение твое возмутишь имя, об идошами, когда в зене держашь имя вкупе. Удалился от меня друга и искреннего, и знаемых моих от страстей. Господи Боже, спасение моего, во дни возвах и в нощи пред тобою. Да внидет пред тебя молитву моя, преклони ухо твое к молению моему. Благослови душе моя, Господа, и вся внутренняя моя, имя святое Его. Благослови душе моя, Господа, не забывай всех воздаяний Его, очищающего все беззаконие Твое, исцеляющего все недуги Твоя, избавляющего от исцеления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благие желания Твои обновиться, яко орлиность Твоя. Творяй милостыни, Господи, судьбу всем обедимым, сказав пути своему Иосифу, сыновом Израилевым, хотение свое, щедро милостив Господь, долго терпелив и много милостив, не до конца прогневается, ниже век враждует, не по беззакониям нашим сотворилось нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам, яко по высоте небес не от земли утвердилась Господь милость свою на боящихся Его, и лика стоят востоцы от запада, удалилась от нас беззаконие наше, яко же щедрит Отец, Сын, и ущедрит Господь боящихся Его, яко той познал создание наше, помянуй, яко перстец мы, человек, яко трава дни Его, яко цвет цельный, тако отцветет, яко дух проди в неме не будет и не познает тому места своего, милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынах, сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его творить я. Господь на небесе уготова престол свой, царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепостью творящие Слово Его. Услышите глас словес Его. Благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа все дела Его. На всяком месте владычестве Его благослови душе моя Господа. На всяком месте владычестве Его благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши меня в правде Твоей, не ниди в суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобой всяк живый, яко погна враг душу мою, смирил и землю живот мой, посадил меня из темных, яко мир Твоя века, и он и во мне дух мой, во мне смитеся сердце мое, помяну гни древнее, поучихся во всех делях Твоих, творениях руку Твою поучахся, воздех Тебе, руцы мои, душа моя, яко земля безводная Тебе, скоро услыши меня, Господи, исчезе дух мой, не отврати лица Твоего от меня, подоблюсь нисходящим в ров, слышану сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя уповах, скажи мне, Господи, путь, вон же пойду, и как Тебе взяк душу мою, изми мя от враг мой, Господи, к Тебе прибегох, научи мя творить и волю Твою, яко Ты еси Бог мой, дух Твой благий наставит мя на землю праву, имени Твоего ради, Господи, живеши мя, оправдую Твою, изведеши от печали душу мою, и милостью Твою потребиши враги мои, погубиши вся остужающая души моей, яко зраб Твой есим, услыши мя, Господи, в правде Твоей, не вниди в суд с рабом Твоим, услыши мя, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим, дух Твой благий наставит мя на землю праву, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков, аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже, аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже, аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Миром Господу помолимся. Господи, Сини душ наших, Господу помолимся. Господи, помилуй.
о мире всего мира, благостоянии святых Божиих церквей и соединении всех. Господу помолимся. Господи, помилуй. О святем храме всем и с верой и благоговением и страхом Божиим, входящим в онь, Господу помолимся. Господи, помилуй. О великом Господине, Отце нашим, святейшим патриархе Кирилле, и о Господине, высокопреосвященнейшем, митрополите Викентии, и о Господине нашем, высокопреосвященнейшем, митрополите Кирилле, о преосвященных, митрополите, архиепископе и епископе, честнем пресвитерстве во Христе диаконстве, о всем причте и людях, Господу помолимся. Господи, помилуй. Державе нашей российской власти, воинстве и народе я, Господу помолимся. Господи, помилуй. О граде всем, всяком граде, стране и верой живущих в них, Господу помолимся. Господи, помилуй. О благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных и временных мирных, Господу помолимся. Господи, помилуй. О плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных, и о спасении их, Господу помолимся. Господи, помилуй. О, избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную, владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Бог Господь, явися нам, благословен гряды во имя Господне, исповедайтеся, Господи, яко благ, яко век милости Бог, обышедшего бы душами именем Господним, противлякся им. Не умру, но жив буду и повер, дела Господня. Камень и гоже непригоже сиждущий, сей бы с во главу угла, от Господа бы сей, и есть дивен в очи всех наших. О Господи, явися нам, благословен гряды, во имя Господне. Да веселятся небесная, да радуется земная, яко сотворил державу, мыслью своею Господь. Добро смертью смерть, первенец смертный быть, и шеводом избави нас, и подади мира и вере люби нас. Да веселятся небесная, да радуется земная, яко за твою державу, мышцею своею Господь.
смертью смерть, первый не смертный быть, ничего дома избави нас, и подани мира и вере милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, есть благоверные люди светлого честь, теперь есть очистное царство и святотерпец, Христово едино домашнее церковь, Николай, Александру, Алексея, Ольгу, Татьяну, Марию, Анастасию, Тимофею, страданий многоразличный, не убоявшийся, от богоборной смерти, поругания, телес приявша, и дерзновенье ко Господу молитве лучиша, всего ради князь Георгиева забим, Святые страстотерпцы, глазу покаяния и стенания народа нашего отмите, землю российскую люди православию утвердите, от междоусобной брани сохраните, мир мирами у Бога и спросите, и душам нашим верю милость, и ныне и присно и во веки веков аминь. Еже от века утаенное, и от мира пресветовое таинство, Тобою, Богородице, чуши на земле, явися Бог, не слитно соединение воплощаем, и присловил нас ради восприим, и в жесткий себе воздатного, спаси от смерти души наша. Хвалите имя Господне, хвалите имя Господне, хвалите раби Господа. Благословен Господь от Сиона. Благословен Господь от Сиона. Живи Бог и Иерусалим. Аллилуйя, аллилуйя, исповедайтеся Господе ви. Исповедайтеся Богу небесному, исповедайтеся Богу небесному. Yeah.
же за Христа. Слава Отцу и Сыну
нашем существе. Серафим и зовущий, свят, 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 весь Господи. И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Жизнь она царовщи, река Дева Адама избавила Еси. Радость же Еве, печали место подала Еси. Пашия же от жизни все направи, и себе воплотивися Бог и человек. Паки, паки, миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и присно Деву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Тебе, Господи! Яко благословися имя Твое и прославися Царство Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Голос третий, рците во языцех, яко Господь воцарися, и во исправе вселенную, я же не подвижется. Рците во языцех, яко Господь воцарися, и во исправе вселенную, я Господи, песнь новую, воспойте, Господи, и все земля. Сыте во языце, яко Господь воцарится, и во исправе вселенную, я же не помню.
насыцить, яко Господь во царица. Господу помолимся. Яко свят есть и Боже наш, и во святых почиваешь, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Всякое дыхание да хвалит Господа. Всякое дыхание да хвалит. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утвержении силы Его. Хвалите дыхание да хвалим Господа. Всякое дыхание. Нам слышание Святого Евангелия Господа Бога моли. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И мудрость прости, услышим Святого Евангелия. Мир всем. Евангелия, чтение. Он мем. Во время оно, во едино суббот, зело рано, придоше жены на гроб, носящие яжи готовыши ароматы, и другие с ними, обретоши же камень, отвален от гроба, и вшедше не обретоша тресе Господа Иисуса, и бысть недомышляющимся им о сем, и сему же два стаста пред ними в ризах блещащихся, пристрашным же бывшим им и поклоншим лица на землю, рекоша к ним, что ищете живаго с мертвыми, не стезде, но воста. Помяните, яко же глагола вам, и часы в Галилее глаголя, яко подобает и Сыну Человеческому, предану быть в руце человек грешник, и пропяту быть, и в третий день воскреснуть, и помянувши глагол Его, и возвращся от гроба, возвестиша вся сия, единому на десяте и всем прочим, бяше же Магдалина Мария, и Иоанна, и Мария Яковля, и прочие с ними, я же глаголаху по апостолам сия, и явившися пред ними, яко лжа глагола их, и не веровуху им. Петр же восстав пече ко гробу, и приник в виде ризы едино лежаща, и отиде себе дивяся бывшему. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Воскресение Христово видевше,
поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному, Христу Твоему поклоняемся в кресте, и святое воскресение Твое поеду славим. Ты мой истинок наш, разве ты не много не знаешь, имя Твое именное, идите в себе мне, поклонимся святому Христову воскресению, всего придет крестом радости Бога. Человеколюбим единородного Сына Твоего, с Ним же благословен Иси со Пресвятым и Благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веку. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Ваше Высокопреосвященство, дорогие отцы, братья и сестры, сегодняшний вечер и эта ночь собирает здесь, в этом месте, тысячи людей. Сегодняшний вечер и эту ночь из разных уголков нашего Отечества и всего мира приезжают верующие люди, чтобы вознести свои молитвы святым угодникам Божиим, святым царственным страстотерцем, которые приняли здесь, в этом месте, месте, которое мы именуем русской Голгофой, мученическую кончину, и эта земля пропитана их святой честной кровью. Почти 100 лет назад, когда ветер истории задул в красные паруса, когда дурман пьяного Петрограда сманил и искусил сердца тысяч людей, государь-император Николай II вместе со своей августейшей семьей остался верным своему народу. И здесь остался верным своему народу до самого конца. Здесь, где пролилась его честная кровь, в этом месте, доме особого назначения, где сейчас возвеличен великий храм Божий, напоминающий нам о трагедии нашей истории, но золотом куполов увенчанный и являющий нам славу подвиг мученический. Почти 100 лет назад совершилась эта трагедия и преступление, преступление против всего нашего русского народа. Тогда, когда с солдатскими сапогами в грязь втаптывалась история нашего государства, сжигалась серной кислотой,
тогда Господь не допустил тому, чтобы наше Отечество погибло, и явил нам великое знамение. Сама Пречистая Божья Матерь приняла в свои руки скипетр и державу русского государства и стала покровительницей нашего народа, сохраняя его от бед, сохраняя и от тех, и помогая в тех многих искушений, которые пришлись и выпали на долю русского народа. Мы знаем и верим, что святые царственные страстотерцы есть помощники, есть ходатаи и предстатели пред престолом Божиим за наше Отечество сегодня. Сегодня мы молимся здесь, и сотни тысяч сердец в разных уголках нашего Отечества, в разных уголках мира возносят свои молитвы им, чтобы Господь их предстательством хранил землю нашу, чтобы Господь их предстательством и молитвами оградил и церковь русскую от нападок и поползновений вражьих. Мы молимся сегодня от всего сердца святым царственным страстотерцам, чтобы и их молитвами наше Отечество сохранило мир, и более никогда Господь не допускал бы таких соблазнов и искушений нашему народу. От всего сердца еще раз воскликнем в нашем порыве общей любви и общей молитвы. Святые царственные страстотерцы, молите Бога о нас. Дорогие братья и сестры, сейчас будет совершаться помазание святым елеем. Не будем толпиться, священнослужители совершат помазание здесь, вдоль ограды, в нескольких местах. Также помазание будет совершаться в нижнем и верхнем храме храма на крови. Будем со вниманием, благоговением слушать слова праздничных канонов и подойдем к помазанию. Дорогие братья и сестры, также напоминаю вам, что после завершения всеночного бдения у нас будет некоторый промежуток времени до ночной службы. Можно будет восстановить несколько сил и подкрепиться. Те, кто готовится к таинству причащения, исповедь будет проходить в течение всего вечера и ночной литургии в храме на крови в нижнем и верхнем храме. Можно будет поисповедаться и с благоговением приступить к святым Христовым тайнам. Также, дорогие братья и сестры, завершая божественную литургию, будем причащаться здесь, на улице, в нижнем и верхнем храме. Выберите удобное для себя место. Начало ночной божественной литургии, ночной службы в 23:30. Ориентировочно в 2:30, в 2:45 мы все выстроимся для того, чтобы пройти крестным царским ходом до монастыря святых царственных страстотерцев. Будем помнить о том, что крестный ход есть форма богослужения. Будем молиться святым царственным угодникам Божиим, молиться Господу Иисусу Христу, чтобы с благоговением, чтобы с пользой это время и эта форма богослужения прошла для каждого из нас. Также, дорогие братья и сестры, на протяжении всего крестного хода будут действовать волонтеры и сестры милосердия. Если вдруг кому-то станет тяжело или почувствует немощь, можно будет обратиться к ним, и они окажут для каждого из нас помощь. Поэтому с вниманием, благоговением отнесемся к этому великому делу, чтобы Господь предстательством святых угодников Божиих, святых царственных страстотерцев дал нам силы, твердости, дал нам возможности понести и это для всех нас посильный труд, чтобы и он был для всех нас на пользу. Аминь. Oh.
Слава Господи святому воскресению Твоему, и же землю осудив, преступшему потом изнести, плода терния, от терния венец из руки, законопреступный сей Бог наш плотский прием и клятву разрушил есть, яко прославися. Пресвятая Богородица, спаси нас! Колено преклоняет всякое естество небесных, Дева во плотшемуся из Тебе, со земными же достолепно, преисподняя яко прославися. Святи и царственни, страстотерпцы, молите Бога о нас, венценосче Николы, вкупе с мученическими лики, царицу и чадо и слугами предстоящего престола Христова, просвещение нам даруете, озаряющее душ наших омрачение, и не чувствуя, когда восхвалим радостно вашу блаженную память. Святые царственные страстотерпцы, молите Бога о нас, ныне пролечение саровского старца, яко прославившего мя прославит Бог, исполнися, прославя Бог церковь русская царственного страстотерпца, тем же вкупе с преподобным, молится во ежестяжати нам благодать Святаго Духа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Бог Иисус, моя, и наполнился Духа, и слава пришла Царице Матери, и явлюся свято торжеству. Господи, святому воскресению Твоему, крестом Твоим постыдеся нечестивый, содела бо яму, я же ископав паде, смиренных же вознесеся Христе рог во Твоем воскресении. Пресвятая Богородица, спаси нас, жезл из корени и сева пророчески прозявший дева, цвет Тя Христе воссия нам, святый си Господи. Святые царственни и страстотерпцы, молите Бога о нас, поругание и разорение земли своей от безбожных видя, благочестивый царю уплакайся из глубины, сердечно, яко пророк Иеремия горца стеня, и молясь за люди согрешившие, милостиве Господи, не остави их отставших мя. Святые царственни и страстотерпцы, молите Бога о нас, на земли алкал и жаждалось и правды Божьей, за ню же душу кротце положилось и праведни Николая, обаче в горнем царстве и насытился иси, и где же пребываешь вовеки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и вовеки веков. Аминь. Моя крестоносце Богородице, Поки-поки, миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Господь!
Яко ты еси Бог наш, и тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Избранник царем царствующих и Господем Господствующих, от рода царей российских, благоверней мученице, многие душевные смерти весны за Христа приезжие, и венцы небесными увенчавшиеся, нам яко покровителем нашим милостивым, с любовью благодарним вопием, радуйтесь царстве не страстотерпцы, за Русь святую пред Богом усердней молитвенницы. Славою богатством благочестия сияющие по границе многоценно венцем украшений, милостью и правдою в житии просиявшие, веру, надежду и любовь к Богу до конца явили исте, вам, яко покровителям нашим милостивым, с любовью благодарнего пием, радуйтесь, царствене и страстотерпцы, за Русь святую пред Богом усердней молитвенницы. Положи сильно преданную любовь, Господи, единородного Твоего Сына. Сады нас вернулись, тем же Ты заре благодаряще. Слава Силе Твоей, Господи! Слава Господи, святому воскресению Твоему, язвы Христе и раны милостивно подъялыси, досаду полонитому ударений терпя и долготерпелив неоплевание нося, ими же соделайся мне спасение, слава силе Твоей, Господи. Пресвятая Богородица, спаси нас, и же поставивай горы, Владыка, мерилом божественного разума, отсеченный от девы камень, кроме рук сил ли Твоей, слава человека любычи. Ти царственни и страстотерпцы, молите Бога о нас, нищетою духовное обогатился иси святе Николае, и сотворите, Господь, достойно не токмо земного, но и небесного царствия. Святи царственни и страстотерпцы, молите Бога о нас, скорбию обдержим бысь, венценосче Николае зря, ослепление народа Твоего, отрекшегося от Царя Небесного, так аж держи земного. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святой славе на престоле Божий, слава на Тебе. Слава Христе Силе Твоей! Тебе утреннюю все Творцу преимущему скоту мирови за несвет повеления Твоя Господи, святому воскресению Твоему, суди неправедному еврейскую завистью предан бы всевидче, и всей праведне судя земли Адама Древнего избавилась и осуждения. Пресвятая Богородица, спаси нас, Слово Божие, Сын Твой, Дева, Содетель Адама Первозданного, не создание, а чьей плоть одушевленную семейство Тебе создал есть. Святи царственни и страстотерпцы, молите Бога о нас.
Миротворец явился Иси царю Николаю святый, неся мир миру, спасая и защищая тысячи в Отечестве Твоем и в иных странах. Сего ради Сын Божий по слову Господню нарекался Иси. Святи царственные страстотерцы, молите Бога о нас. Изгнание, поношение, гонение всяк, глагол ложный, навыреченный, претерпесте, святи царственные мученицы, радуйтесь оба и веселитесь, яко мзду вашу на небеси приясте. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Ужас, ужаса вся жизнь, о божественной славе Твоей, и, но не искусно мрачная вера, и мила и сила утроби над всеми Бога, и родила Иси безбедного Сына, всем воспевающим Тя. Господи, святому воскресению Твоему, бездна милости и щедрот обыди мя, благоутробным снитием Твоим воплощся бы владыка, и бы в рабе израться, обожил Иси собою сопрославив. Пресвятая Богородице, спаси нас, воображается еже по нам, от нетленные девы, и же образом неразлучный, образом боевой вещью, не приложься божеством человек. Святи царственни и страстотерпцы, молите Бога о нас. Всем православным заступник был Иси, богоизбранный Николая, народом славянским защиту благую являй, яко брат брату помогай. Святи царственни и страстотерпцы, молите Бога о нас. О Сыне верный и святые церкви, Ты ревнитель прославления святых явился есть и храмов созидатель святые обители, благоукраситель святые земли и горы Афонские благотворитель, просвещение православного попечитель и монашество покровитель. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Боже, земное сияние, все честное, совершающе празднество, Бога Бога и Бога Матери, придите руками воспрещи, от меня рожагося Бога славы. Господу помолимся. Господи, помилуй. Спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу, Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Ты, Боиси, Царь мира, и спас душ наших, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Воскреслый седнесь из гроба щедрый. Воскреслый седнесь из гроба щедрый. И вас возвелися от смертных. Близко нам ликует и радуется
святые державы власти Твоей. Небо и земля днесь далеко ствуют, и Христа Бога единомудренно да воспевают, яко узники от гробов воскреси, страдуется вся тварь, приносящие достойные песни Созидателю всех и Избавителю нашему, яко человек из ада днес, яко Жизнодатель совозведе на небеса, совозвышает и низлагает вражие возношение, и врата адова сокрушает божественные державы власти Своя. Господи, святому воскресению Твоему раздрайся церковное светлое катапитасма, в распятии Содетеля сокровенную в Писании, являющей верным истину, благословенности зовущим Боже, Отец наш. Пресвятая Богородице, спаси нас, и же славы Господь, и держай горние силы, и же с Отцем сидяй, действенным рукам оносим, благословенный си Господи Боже, Отец наш. Святи царственней страстотерпцы, молите Бога о нас, яко присных ваших недужных воинов, чадолюб, не посещасти царственней мученицы, и с любовью к утешасти места же их упокоения, слезами вашими орошасти. Святые царственные страстотерпцы, молите Бога о нас, вы есть образ супружества добродетельного и детей воспитания благочестивого, святые цари Николы и Александра, дом ваш яко цветник духовный, соделавшее на небесех ныне вкупе сочады, ликуйте. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Небослужилища, твори Бога, мудрый, ваше создавший год, но огненное крещение мужестве попраше, радово Отцуся поет. Господи, святому воскресению Твоему раздрася церковная светлость, егда крест Твой водрузися на лобнями, тварь, преклонявшись страхом воспевающий. Благословите вся дела Господня Господа, пойте и превозносите Его вовеки. Пресвятая Богородице, спаси нас, чины умные, яко мати, превосшла еси и близ Бога бывший, благословим, благословенная Дева, Рождество Твое, и превозносим во все веки. Святи царственни страстотерпцы, молите Бога о нас, егда угодницы Божие подрекоши вам, будь мученический, яко же Павлу пророк Агав, вы царственни страстотерпцы, не уклонистеся ни одесную, ни ошую, но мужественнее пройдости Его взирающее на совершителя веры Иисуса Христа. Святи царственные страстотерпцы, молите Бога о нас, в
Во страданиях ваших, страстотерпцы святи, не отвергостися пути истины и живота Христа Бога нашего, не устрашистися богоборцев, но в терпении шествуйте царским путем в жизнь вечную. Благословим Отца и Сына и Святаго Духа Господа, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Матерь света, в песнях возвеличим. Благословляю, слушаю Богородицу.
Господи, святому воскресению Твоему, страшно есть зреть, и Тебе, Творца, на древе воздвижено, в Слове Божие, плотски же страждущие Бога за рабы, и во гробе бездыханно лежащие, мертвые же из ада разрешивша, тем же Тя, Христе, яко всесильно величаем. Пресвятая Богородица, спаси нас! Сытость Твоих похвал, Дева благочестивым, верным отнюдь не бывает, желанием Божелание, присно божественное и духовное приемлющее, яко Матерь Божия величаем. Спти царственней страстотерпцы, молите Бога о нас, да воскреснет Русь святая молитвами царственных страстотерпец и новомучеников Твоих, Господи, и да расточатся все Евразия вскоре, от лица и добежатся ненавидящую отныне и до века. Свети царственней страстотерпцы, молите Бога о нас, все упования на Господа возложи, державный царь наш, так и жди мы с упованием Господу помолимся, да укрепит Он молитвами Богородицы и царственного страстотерпца страну нашу в православии и спасет души наши. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Читающие священное торжество Богоматери, и да вопиет, радуйся, все блаженная Богородице, чистая Преснодева. Паки и паки миром Господу помолимся. Господи, помилуй! Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью! Господи, помилуй! Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга и весь живот наш, Христу Богу предадим. Господи! Яко Тя хвалят все силы небесные, Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Родителями блиставшись, видим предстоящее в живоноснем гробе мужа, в блещащихся ризах, мироносицам, преклоншим лица на землю, небесы владычествующего, воскресению да научимся и к животу гробу с Петром притецем, и содеянному удившися, прибудем Христа видеть им. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! И вечернему свету предстоящие страстотерпцы святи и царственни, с мученическими лики, во испытаниях не оставляйте, ны молитвами вашими.
ныне и присно и во веки веков. Аминь. Росшая свет, незаходимый, просвещающий сидящих во тьме, неведение и прелесть, озари нас грешным светом Сына Твоего. Глас третий, всякое дыхание да хвалит Господа. Всякое дыхание да хвалит Господа, хвалите Господа с небес, хвалите во выше, тебе подобает без Богу, хвалите вас, ангели Его, хвалите вас, силы Его, тебе подобает без Богу. Сотворите в несу до ноги. Слава Сия будет всеми подобны Богу, примите все языцы, уразумейте страшные твои силу, Христос воспас наш, еже вначале Слово, распяться нас ради воли погребеса, и воскресе из мертвых мир и спаси всяческая, кому поклонимся. Хвалите Бога во святых Его. Хвалите Бога в движении силы Его. О, нет, ваше все жительство скажет Твои, Господи, на собор суеты исполнен зори десницу их. Скрыть им же воскресенье Твое, еже мир с Вами помилуй нас. Хвалите Его на силах Его. Хвалите Его по множеству величествия Его. Радости вся исполнившаяся, воскресенье Иисус принша. Мария во Магдалина ко гробу приди, обретя ангела на храмине сидяща. Христ, за ним блистающийся и воговорюща. Что ищите живою смертными, не сделано самого жизни, предмое преклонение. Глас восьмы, хвалите Его во гласе трубнем. Хвалите Его во славе. Заблудший чад твоих, да
хвалите Его в кимвале доброгласных, хвалите Его в кимвале восклицания. Святое дыхание да хвалит Господа. О, преславного чудесе, святая мученица Александра, горце заточение от Бога потерпевши, и чающий смерти за Христа, он без земли лицею не смолвит честь своей, священник венир Богода, уготовит светильник и своя, давний в чертог. Четвертый. Слава Отцу, Сыну и Святому Духу, утро веку могло, и жены приношено гроб твой кресте, но тело не обретися желаемое ими, тем же не обличащихся приставников Голоков, что же богосмертными ищете, постоек уже предречет, что не помните глагол веков, и же вера ваша единая проповедовал, что взял из народа вещения, как обрешающие кости ученицы, Морбет причинит, прославит твоя себе чудеса. И ныне глаз царей, и ныне престой во веки веков. Слава Тебе, показавшему нам свет. Царю небесный, Боже, Боже.
Благоведеси, Господи, научи нам оправданием Твоим. Благоведеси, Господи, научи нам оправданием Твоим. Господи, прибежище, милости Твоей,
молим Тебя, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о великом Господине и Отце нашем, святейшем патриархе Кирилле, и о Господине нашем, высокопреосвященнейшем, митрополите Кирилле, и о Господине, преосвященнейшем, епископе Мефодии. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И о всей во Христе, братии нашей. Помилуй. Еще молимся о Богохранимой державе нашей, властях, воинства и народе ее, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Еще молимся о блаженных и преснопамятных создателях святого храма сего и о всех прежде почивших отцах и братьях, здесь лежащих и повсюду православных. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о милости жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении и оставлении грехов правил Божиих, братьев и прихожан святого храма сего. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о плодоносящих и добродеющих во свете и всечестнем храме сем, рождающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебе великие и богатые милости. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко милостив и человеколюбец Бог еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Исполни утреннюю молитву нашу, Господи, верь. Спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Дни всего совершенно, свято, мирно и безгрешно у Господа просим. Господи. Ангела мирно, верно наставника, хранителя душ и телес наших у Господа просим. Оставление грехов и прегрешений наших у Господа просим. Господи! Добрых и полезных душам нашим и миромирови у Господа просим. Господи! Отче, время живота нашего в мире и покаяние скончати у Господа просим. Христианские кончины живота нашего безболезненны, непостыдны, мирны и доброго ответа на страшнем судище Христове просим. Господи! Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную владычицу нашу Богородицу,
и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Яко Бог милости и щедроты человеколюбия еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Мир всем! Славы наша, Господи, вепреклонен. Господи! Твое бо есть, и же миловать и спасать, и Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Мудрость. И благословен Христос Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Будьте ли Боже, святой православный век, православный христиан, во веки веков. Пресвятая Богородица, спаси нас. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Высокопреосвященнейший Владыко, благослови! Воскресе из мертвых, Христос истинный Бог наш! Молитвы чистой своей матери, святых славных и всехвальных апостолов, святых славных, добропобедных, царственных мучеников, страстотерпцев, царя Николая, царица Александры, царевича Алексея, великих княжен Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии и всех святых, помилуй и спаси от нас, яко благ и человек любец.
нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Глаголы мои внуши, Господи, разумей звание мое. Вонми глас умоления моего, Царю мой, Боже мой. Я как Тебе помолюсь, о Господи. За утро услыши глас мой, за утро предстану Тебе, узреши мя. Яко Бог не хотя и беззаконие, Ты и си. Не переселится к Тебе лукавну яй, ниже прибудут беззаконница пред очима Твоима. Возненавидел иси все делающие беззаконие, погубившийся глаголющий лжу. Мужа кровей льстиво гнушается Господь, аже множество милости Твоя. Вниду в дом Твой поклонюсь, ко храму святому Твоему в страсе Твоем. Господи, настави меня правдою Твоею, враг мой ради, исправи пред Тобою путь мой. Я конец во всех их истины, сердце и суетно, гроб отверст, гортань их, языки своим щаху. Суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих, по множеству нечестия их и зрения. Яко пригорчишь Тя, Господи, и да возвеселятся все уповающие на Тя, вовек возрадуются и вселившиеся в них, и похвалятся о Тебе любящие имя Твое. Яко Ты благословишь и праведника, Господи, яко оружием благоволения венчалось и нас. Господи, прибежище был эти нам рот и рот, прежде даже горам не быть и создать из земли вселений, и от века и до века Ты еси, не отврати человека во смирение, рекл иси.